Парень с девушкой едут в купейном вагоне, и вдруг они одновременно захотели друг друга. И девушка говорит: «Слушай, а давай я в обморок упаду, и ты будешь меня лечить, как доктор». Парень согласился. Для успокоения души взял с собой несессер и говорит: «Будьте добры, покиньте, пожалуйста, купе». Все вышли, они закрылись и начали свое дело. Закончив, девушка говорит: «Слушай, ну ты выйди, скажи людям, что все хорошо, переживают, стоят за дверью». Парень выходит и говорит: «Все, я сделал ей укол, она отдыхает, будьте, пожалуйста, потише». Один из пассажиров говорит: «Ты, доктор, ширинку-то свою застегни, а то шприц потеряешь!» Всем приветики! Как дела? Как настроение? С праздничком вас всех сегодня! Сегодня 19 августа, яблочный Спас. Вот, смотрите, запаслась яблочками, прям, не поверите, со своего огорода, но не с моего, конечно, у подруги огород. Мы летом у нее отдыхали, купались в бассейнах, все. Она принесла мне, говорит: «Юлька, держи, с праздничком тебя». Мы так дружим с семьями, угощаем друг друга. Не поверите, такие ароматные, наверное, сладкие. Сейчас попробую даже. Просто сочные, шикарные яблочки. Красота. Еще раз вас с праздничком. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.